Девчонки и мальчишки, всем привет-привет. Думаю, что пошло не так? Вентилятор забыл поставить. Поставил. Все, сегодня будет целый таз салата. Целый таз салата. Ну, настругать настругала просто в тазик. Сколько съем, столько съем. Посмотрим сейчас, как пойдет. Я поэтому... Все берите свои тарелочки. Кто способен есть в жару, или у кого, слава богу, может быть, уже вечер, или еще утро, и не наступила жара. Присоединяйтесь. Всем приятного аппетита. Ой. У нас жара. У нас как раз время 3 часа дня. Самое, что ни на есть, жара. Но я думаю, сяду-ка я с вами, потому что я сейчас перемешиваю здесь моцарелку. Еще моцарелка есть. Сяду-ка я с вами, потому что уже 2 дня ничего не записывали. Потому что жарко, правда. Я ем, вот я говорю, там часов в 10, в 11 утра, а потом я ем уже вечером часов в 7. Ну, то есть уже такой. Хорошо. А днем я ем бутерброд. Может быть, а может и не быть. Может, закидываюсь водой. Пью-пью, хожу. Как аквариум. Короче, салат рассказывал. Из остатков. Грустный. Господи, опять звонки. Никакой личной жизни. Все время надо прерываться. Так, чё, на чем остановилась-то? На том, что салат у меня вкусный. Вот что. Короче, днем ем, знаете что, например, огурец и кусок ветчины. Я говорю, вот ветчины купила, она, конечно, выручила. Вася грызет курицу. Холодную. Ну, как бы, макбанк не сделаешь. Думаю, сегодня, ладно, соберу вам все. Будем делать салат. Огурец, помидоры, последние. Ветчины покромсала. Сюда же. Ну да. Горошек. Салат айсберг. И что еще? И масло пахучее. И чуть-чуть уксуса яблочного. Короче, это тот салат, который делают средиземноморский, традиционный, в Испании. Но с тунцом. Вместо горошка в нем этот кукуруза. У меня кукурузы нет, а горошек печалится. Чуть-чуть открытая банка стояла. В общем, все добавила сюда. Хорошо. И моцарелла. Ну, моцарелла, она, знаете, уже моцарелла и ветчина, в принципе, можно было и так хлопать, конечно, но моцарелла и ветчина, так, хоть какой-никакой белок. Потому что с одними овощами все равно не наешься. Как бы там ни выкружил. Такая вот летняя походная еда. Чуть-чуть одна моцарелка попадается. Ну, я не знаю, как хотите, а мне вкусно. А вообще, ну, я показал в том видео, достала свинину размораживаться, кусок. Вечером думал, плов что ли сделать все-таки. Или так просто запечь. Ну, или пожарить. А вообще мне хочется, знаете что, куриного бульона. У меня там есть косточки от курицы. Я курицу покупали, я ее обрезала. Там куриные косточки. Ну, так я с мясом. Думаю, бульона куриного. Знаете, вот именно не суп куриный, а именно вот бульон попить. Прям вот укропчик. Сейчас я выйду. Укропа купить. Укропа туда посыпать. И прям вот попить куриного бульона. Почему? Меня просит организм так. Надо, наверное, сварить чуть-чуть. Хотя, я все время спрашиваю, почему я супы не ем. Все время спрашивают, а я все время говорю. Уже по 150-му кругу. Супы я люблю. Я очень люблю супы. Особенно такие наваристые. Можно даже не наваристые, фиг с ним. И даже без хлеба, без ничего. Просто супы. Но... Я их не могу есть.
Как бы суп на один раз не сваришь, ну, я не могу на один раз сварить суп, вы уже знаете об этом. Один раз я могу чуть-чуть поесть там пол тарелки супа буквально, да? Одноразовая такая акция. А на второй раз, если я его буду есть, мне будет плохо. У меня почему-то вот поджелудочная, она не переваривает супы. Она именно бульоны не переваривает. Ни слитые, никакие. Ни овощные, никакие. Не могу бульоны, все. У меня так с детства было, не только сейчас началось, так с детства было. Что мне почему-то было плохо с супов именно. Вот, прям тяжесть такая, вот. Не знаю, что у меня такое с организмом. Так же, как я не перевариваю алкоголь, так же я, наверное, не перевариваю супы. Не знаю, такая особенность. Я говорю, супы при этом люблю. Если бы вот кому-то прийти, тарелочку супа съесть, с удовольствием. А так наваришь, и что потом с этой кастрюлей делать? Поэтому я их стараюсь и, ну, не готовить. Редко. Когда есть кого кормить еще, кроме себя. Ну, салат светненький, хрустященький. Горошек весь упал. Я налила сюда вместо оливкового масла наше пахучее масло. Хорошо, кстати. Вкусно. Вот что все продукты в этом мире взаимозаменяемы. Красота. Просто. Да курица я такая. Ела, короче. И обнаружила, что не записывается видео. Кошмар. Ну да посмотри, что. Б-блогер. Сегодня, кстати, день блогеров. Сегодня девчонки. У нас в телеграм-канале. Двух девчонок день рождения. Поздравляю еще раз, если будете смотреть. Светлана и Евгения. Евгения. Поздравляю еще раз с днем рождения. Ссылка на телеграм-канал, кому интересно, под видео. Всегда стоит. Ну так вот. Я пытался. Кто сказал, что блогер это не работал? Я думаю, господи, бедные тиктокеры. Я полезла в этот сделать видео. Думаю, сейчас какое-нибудь красивое. Там какие-нибудь. Я же не умею. Я же говорю, я не умею с этими фильтрами работать. Через какие-нибудь фильтры. Думаю, ну какую-нибудь приколюху такую сделаю. Поздравление с днем рождения. Обычно я девчонкам всегда записываю видео. Ну, в этот. Обычно всегда. Ну, стараюсь, по крайней мере, всегда записать видео с поздравлением. А тут думаю, дай-ка что-нибудь интересное им там забабахаю. Девочки, 3 часа. 3 мать их часа, если не больше, ну да, где-то с 12 вот до сейчас. Даже не с 12, в 12 часу я начала, наверное, да? Я с этим фильтром, телефон садится, блин, перегревается, я хочу подключаться. Опять эти фильтры смотреть. Куда там, что там, ничего не получается. Какая-то хрень друг на дружку. То есть вот это такое дело, да? Это кажется там, ой, что там, там, раз, ляп, сяп, там, все это... И все получилось. На самом деле, любой штуке надо учиться. То есть, и вот так вот на шару, ну-ка я сейчас зайду там видео сниму. Там тоже не получится. Девочки, у меня перегревается этот телефон. Стоит. И отключается сам по себе. Короче, блин. Все, наверное, надо быстро доедать. И бежать, вот представляете, жарко как? Телефон работать не хочет. Все, побегу. Ну, я уже и наелась, чуть-чуть осталось. Но потом. Не знаю, что я сейчас там намонтирую. Вот. Придется склеивать эти все кусочки. Кошмар какой-то, дурацкий день. Ну, зато похрустели салатиком.
И надеюсь, все остальное будет хорошо. Побежим на Wildberries получать, как ее называют, фотообои. Вот. Все, девчонки. Надеюсь, что сильно видео не запорол. Всем хорошего настроения. Спасибо, кто ел со мной. Пока-пока. Увидимся.